Город родной, слышу тебя сердцем. Под таким названием в Иванове открылась выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья. Экспозиция – подарок городу к его 146-му дню рождения. Наша цель была показать весь спектр возможностей, что наших детей, что неслышащих художников и фотографов. Посмотрите, насколько уникальны снимки, посмотрите, насколько уникальны рисунки. Мы вложили всю душу в работу с нашими детьми, в работу с художниками, потому что наша цель была в том числе еще и научить художников тому, каким образом нужно общаться с нашими детьми. Я считаю, что наша цель достигнута, у нас все получилось. Руководители всех художественных работ – молодые люди из общества МИГ-111, ивановские глухие. В проекте приняли участие 24 ребенка. Результат их трудов – 70 работ. Есть рисунки, фотографии, аппликации. Самому маленькому художнику – 4 года, старшему – 17. На этой выставке представлены фотографии детей из «Солнечного круга», где я занимаюсь с этими детьми. Я не слышу, но хорошо понимаю своих учеников. На выставке показаны рисунки, которые раскрывают душу детей. Они в своих рисунках выражают эмоции и чувства. Они очень талантливые. По словам организаторов, наш город преобразился и стал приветливее, в том числе и к людям с ограниченными возможностями здоровья. Именно об этом говорят рисунки детей. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.